Лучших учеников наградили в 63-й школе. Это ребята, которые в течение года активно проявили себя в учебе, научной деятельности и стали призерами олимпиад разного уровня. За подготовку успешных учеников дипломов удостоились и учителя школы. На празднике побывала Елена Тимофеева. В 63-й школе настоящий праздник. Окончание учебного года здесь уже много лет знаменуется награждением лучших учеников. В этом году в школьном конкурсе «Труд, творчество, талант» почти 90 победителей – от первоклассника до выпускника. В течение года наши ребята становятся победителями, призерами учебных конкурсов, олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований. И многие не в одних. И поэтому, конечно, лучшие из лучших сегодня в этом зале, и мы с удовольствием их награждаем, отмечаем. И для них это важно, и для родителей важно, ну и для школы, конечно. Год от года количество лучших увеличивается в геометрической прогрессии. По сравнению с прошлым годом, число грамот, приготовленных для вручения, возросло в 2 раза. В награждении самых трудолюбивых, самых творческих и самых талантливых учеников по многолетней традиции участвуют известные лица города. Я хочу пожелать вам всем никогда не останавливаться на достигнутом. Всегда двигаться вперед, реализовывать все те цели, задачи, которые вы для себя определили. Чтобы вручить все грамоты, потребовалось почти 1,5 часа. У шестиклассницы Ксюши Софийковой победа сразу в нескольких номинациях. Она и отличница в учебе, и призер олимпиад, и научной деятельностью активно занимается. Такая насыщенная жизнь девочке в удовольствии. Уже 5-й год она побеждает в этом школьном конкурсе. Мне так хочется, нравится лучше быть лучше всех. И, я все всегда учу, мне интересно узнавать что-то новое. Участвовать в олимпиадах. Вместе с учениками чествовали и их наставников – 37 лучших учителей. Ирина Викторовна преподает самую творческую из школьных дисциплин – технологию, учит девочек вкусно готовить, красиво шить, быть рукодельницами. С полученными от учителя знаниями ученицы постоянно становятся победительницами олимпиад по технологии. Вплотную олимпиадами занимаюсь уже 10 лет. Каждый год мои воспитанники принимают участие и занимают призовые места. В прошедшем учебном году мои воспитанники заняли 3 призовых места на городском этапе олимпиады по технологии. Значит, 3 из них стали победителями, а 2 человека – призерами. Вручение грамот и овации позади. Но каждый, помимо признания своих заслуг, получил еще кое-что. Стимул двигаться вперед к новым вершинам и победам. Елена Тимофеева, Владислав Гусев, телекомпания ТВ-Ин.